Я добралась до юбиляра, Геннадий Яковлевич Хабенский. И здесь мы именно по причине уникального события, музыкального юбилея такого огромного человека, знакового музыкальной фигуры для города Омска. Геннадий Яковлевич, buongiorno. Vogliamo parlare un pochino l'italiano? Buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sì. La musica, le piace la musica? Lei suona, vedo, in tanti emploi, in tanti stili musicali? Sì. Quali i compositori suoi preferiti, Preferiti? Preferiti sovietic. Ok. I compositori sovietici, sovietski compositori? Шостакович, переходим на русский язык, это немножко так, да. Мы можем и на немецком, да, немножко? Ein bisschen. Wir sprechen Deutsch, ein bisschen. Ну что же, Шостакович, это, я так понимаю, знаковая фигура тоже в вашей судьбе, и об этом уже было много сказано и написано. Erster. Да. То есть для вас это... Расскажите немного, вот какие-то, может быть, особо любимые произведения Шостаковича. Вы знаете, их много, их много. Я из 15 симфоний сыграл 12. Потрясающе. 12. Я не играл только вторую, которая скоро у нас не играется, третью и 13-ю не играл. Вот, а остальные с 1 по 15-ю я все играл за свою короткую, но яркую жизнь. Несколько раз. А из зарубежной классики? Кто вам ближе по духу? Кто тоже ближе? Бетховен, конечно, это всегда. Это всегда. Великий пророк. Да. Бах всегда. И Моцарт всегда. И Моцарт, согласна. Остальное от них романтики. Ну, конечно, Шуман, вот сегодня я играю пьесу Бруха, Макса Бруха романс. Это композитор, вроде так, большому кругу, малоизвестный так среди профессионалов. А в принципе, это один из трех композиторов, которые были удостоены докторских званий, по-моему, то ли в Оксфорде, то ли это самое, я не помню. Вот, и, кстати, он, Брамс, там Вагнер, они считаются представителями позднего романтизма. Да, на них да. Заканчивается романтизм. И, кстати, вот у Бруха есть скрипичный концерт первый, его считают малым Брамсом. Очень много подобных. Влияние, да? Очень много Брамса, большое, да. Большое влияние. Ну, я посмотрела, что у вас вообще разноплановая музыка, во-первых, разноплановая программа, скажем, концерта, и вы пробуете себя в различных амплуа. Вот давайте поговорим об этом. То есть вы будете не просто на скрипке играть, не только на скрипке, да, и не только в классическом амплуа. Расскажем еще, и джазовый будет какой-то отделение, да, будет джазовый? Да, будет джазовое отделение, где я буду играть с вот биг-бендом, большим джазовым оркестром. Пару стандартов импровизировать и с камерным джазовым ансамблем Юрия Полякова. Там несколько стандартов тоже сыграю. У вас также есть свои аранжировки, я слышала, да? Есть, да, вот будет исполняться так называемый парафраз. Я очень люблю песни Хренникова. Да, я обратила внимание. Хренникова, да. Вот. И Хренникова одна из моих любимых песен. Это «Московские окна». Долго я к ней подбирался. И вот позапрошлым летом
написал парафраз. Парафраз, кто не знает, маленькая фантазия на тему московской. Да, будет играть. И для ансамбля «Скрипачей» в свое время сделал в сопровождении фортепиано. Сейчас мне дирижер и замечательный музыкант, кларнетист Григорий Вебер, аранжировал, и аранжировщик он потрясающий, аранжировал легкую аранжировку для оркестра, сделал сопроводительную такую. И вот мой маленький ансамбль в количестве 21 человека будет это играть в концерте. Но вы еще и педагог, то есть вы занимаетесь педагогической деятельностью. Я преподаю в основном групповые дисциплины в школе в ДШИ номер 6. Я веду оркестр и ансамбль «Скрипачей». Ну, это прекрасно, вы оставляете свой опыт, то есть вы обучаете новое поколение музыкантов, передаете свой опыт, вы вдохновляете своим примером. Я думаю, это будет потрясающе для молодых музыкантов. Потому что у меня, вот ко мне сейчас приехало три моих бывших ученицы. Вот это они сейчас в Новосибирске учатся. Первый год они приехали для того, чтобы поучаствовать в этом концерте. Мне это очень отрадно, приятно и почетно. Ну, это прекрасно. Несмотря на то, что ансамбль нечетный, 21 человек. Это как раз троих человек не хватает, как у Людовика XIV, было 24 виртуоза у него был ансамбль. Да. Да, довольно долго держался. Это очень известно. Ансамбль там очень мощные, говорят, профессионально были. Ну что же, я надеюсь, что мы с вами тоже когда-нибудь сделаем дуэт, поскольку я являюсь классическим оперным сопрано. И кто знает, возможно, еще и вокальный какой-то жанр вы затронете. Дай бог, да. Ну, потрясающе. Я, во-первых, благодарна вам за это интервью, за такие прекрасные слова. Желаю вам долголетия, желаю вам хорошо звучать, новых идей, прекрасных единомышленников. Что еще можно? Пусть все ваши мечты музыкальные и вообще жизненные сбываются. Светлого пути. Чтобы вы были здоровы. Спасибо большое. Очень приятно. Grazie mille. Grazie. Dankeschön. Bitte sehr.